Чрезвычайное происшествие на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Сегодня в 10 утра на предприятии вспыхнул пожар, которому была присвоена вторая повышенная степень сложности. Загорелась транспортерная лента в ферросплавном цехе номер 1. Силами пожарных расчетов ЧМК огонь потушить не удалось. На комбинат выехали 10 единиц пожарной техники из города. Возгорание было локализовано за час. Примерно в 10 часов произошло незначительное возгорание на наклонном транспортере цеха номер 1. Согласно всех правил, была вызвана дежурная пожарная машина с нашего предприятия пожарной и с города. Никто не пострадал. Площадь возгорания 86 метров, лента сгорела. Все, больше ничего не сгорело.